единственный артефакт. Новый, мною ранее не виданный и никем прежде не описанный, но всего один. Ну все, думаю. Попыты. Як ото хто не дасть чогось? Сталкеры, последнее китайское предупреждение. Не носите вы с собой тяжести сверх лимита. Я уже задолбался ремонтировать ваши рюкзаки. Ну, кто там ломится? Если не прошел осмотр у доктора, который в лагере, нехрен тебе тут делать. Может, ты больной. А если с доктором поговорил, лекарство выпил, тогда заходи. Поболтаем. Хабар принес. Ну, удачной охоты, сталкер. Подходи, пообщаемся. Оружие убрал. Мужики, я к вам посылаю человека. Действуйте по обстоятельствам. Если сочтете нужным, а так... Служба безопасности Украины призывает к сотрудничеству всех добропорядочных и сознательных граждан. Накладывайте... Спасите! Мужик, помоги! Спасибо, Меченый. Я вижу, ты нормальный мужик. Я своим в лагере обязательно передам, что ты мне помог. Дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию. Не в настроении я нынче трепаться. Заходи, сбоку заходи. Ща мы их. А ну, чики-брики и в дамки. Твою... Ну, подорвали, пацаны! Ща мы их! Твою... Меня кто-то спасать будет или как? Ха-ха!
тут! Выручайте! Эй, мужики, вы живы? Что вообще происходит? Эй, есть кто живой? Или уже можно уходить? Спасибо, брат. Как и благодарить тебя. Вали! Вали его! А ну вперед, собаки лагерные! А ты такая нежная! Yeah.
Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему. Ну, здорово. Меч, вот тогда, если да... Неплохо. Хороший товар. Вот так бы всегда. Поймали наемных стрелков. Подошли к колодцу, окунули его головой вниз по пояс. Через минуту достают и спрашивают: артефакты, бабло есть? Он им: нету. Опускает его еще раз, достали, спрашивают: артефакты, бабло есть? Да нету. Опять окунули и опять спрашивают: артефакты, бабло есть? Ну тот и не выдержал. Huh?
Ha ha ha!
Оружие убрал.
Вечный, кстати, о стрелке. Пришел сталкер из глубокого рейда, Лисом Кричут. Ему, видимо, худо пришлось. Просит о помощи. Он на хвосте каких-то тащит, что долго не получится. Он, возможно, знает о стрелке, так что бегом к нему. Даю координаты. Включайте! Кто-нибудь! Все, одолели тварей. Thank you.
Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему.
Неплохо. Хороший товар. Молодец. Я доволен. Нафига ты эту дрянь тягаешь? Неплохо. Хороший товар. Молодец. Я доволен. Вернулся. Ну, удачной охоты, сталкер. Хабар. Неплохо. Хороший товар. Молодец. Я доволен. Неплохо. Хороший товар. Неплохо. Хороший товар. Неплохо. Вот так бы всегда. Что за бодягу ты мне приволок? Ну, проветришься, заходи. Ствол УНС.
артефакты, гони! Спасибо, друг. Я твой должник. Внимание всем! Говорит бес командир отряда нейтралов. Мы выбили бандитов со стоянки брошенной техники. Предполагаем контратаку. У нас мало сил, так что, кто может помочь, присоединяйтесь. Они идут! Помогите, помогите мне! Сдохни! Помусала! Помогите, помогите мне! Поделись, ментал, сдохну же, блядь! Помогите, помогите мне! Кореш, помоги! Я одну пайку ломаю! Пиздец! А, помогите, помогите мне! Молодцы, мужики! Мы их одолели! Всем отдыхать! А ты, сталкер, подойди сюда, поболтаем! Пацаны! А ну вперед, собаки лагерные! Ай, кореш, помоги! Помогите, помогите мне!
Помогите мне! Ай, кореш, помоги! Я с тобой одну пайку ломал! А, блин! Ну, чё стоишь? Подходи. Опа-опаньки, начнём всем попаньки! А ну давай, давай! А на тебе гранату! Помогите! Да, меченый, именно так и нужно лечить людей, отдавая им аптечку. Всегда носи с собой запасные аптечки, чтобы ты мог помочь не только себе. Thank you.
кто-нибудь! Получи, гад! Как я его? Если это правда, завтра, послезавтра, они начнут высадку на землю. Молодцы, мужики! Мы их одолели! Всем отдыхать! А ты, сталкер, подойди сюда, поболтаем! Все это проделки этих долбанных инопланетян. Сталкерские новости. Сталкер по кличке Федюн недавно в баре Шти фокусы показывал. Принес туда новый артефакт, о котором до этого никто не слышал, тем более не видел. Но поскольку он его открыватель, то он ему соответственное название давал. А может... Сталкер, нужен человек для поиска клада. Никого попало не пропускаем. Щедро расплачу за работу. Вали отсюда. Найдете Мы меня кого в баре. Не пропускаем. Сталкер, вали отсюда. Мы кого попало не пропускаем. Видел группу на свалке. Вероятно, ответка или задание. Будьте внимательны. Thank you.
Кранты вам всем! Мало-мало я тебя в тухлую вену кожаным шприцем ширану. Могу предложить навесной для разных стволов и работенку для желающих. Скоро буду на агропроме.
Мужик, помоги мне! Военные собираются перебить группу Крота. Нам нужна помощь! Черт, это военный десант! Там же наши!